тобой. Это не то, что я хотел сделать. Hello. Окей. Где же кнопка Enter на этом джойстике? Управление. Так, цыпочки. Бегать, прыгать. Могу ли я вернуться на предыдущую локацию? Не могу. Могу ли я спуститься вниз? Не могу. Так, в этом туннеле 12 чуваков, 26 я спас на предыдущей локации. Это вторая локация в игре. 26 я спас, 12 в этом туннеле. Ой. Могу ли я взять эти бутылочки? Не могу. Что с этими чуваками, я так и не знаю, потому что я к ним не привык. Я встречал только одного в этой игре. Я не очень. Они кидают бомбы, насколько я понимаю. Но он говорит фриз, значит он меня видит. Почему он ничего не делает со мной? Ну, давай. Бомби меня. Он ничего не делает. Почему так? Ха! What? Даже так можно? Окей, черт, может быть, он мне нужен был, чтобы его поработить. Блин. Это неизвестно. Окей. Так, могу ли я с ними поговорить? Не могу. Бля, я боюсь, что он мне был нужен. Давайте загрузимся, потому что я реально не доверяю. Не доверяю этой игре. Вдруг он мне нужен. Не, ну, если так стоит вопрос, то я его не могу проработить, правильно? И только с заднего плана я могу его проработить, но я не уверен, что это работает. Я так понимаю, вниз нельзя, да? Погодите, а как? Ну во. Воу, я могу и вверх, и вниз, офигенно. Такая свобода действий. Как бомбу кидать. Ау. Как бомбу кидать. Во. Черт, не, подождите, но я хочу.
Нет, ну я если я хочу кого-то убить. А, вот. Окей, ну хочу ли я их убивать? Тут спят два чувака. Нужны ли они мне? Хер его знает. О, бой. Слушайте, тут можно сохраниться, кажется, на F. Пак! На F6 это лоуд. Окей. Блин, ну это, конечно, большое поле для экспериментов дает нам возможность поработить его и летать куда хотим. Как минимум мы можем убить двух чуваков там. Но наверняка нам нужно пробраться через те... Эти вот... Так, стоп. Мне нужно опять его. Он завис. Могу ли я вниз? Не могу. Хорошо. Сюда могу и вниз. Тоже не могу. Окей. Ну давайте попробуем, во-первых, сохраниться и попробовать преодолеть это. Чувак. Бля, реально, огромный простор для, понимаете, для ошибки, потому что никогда не знаешь, что тебе нужно сделать на самом деле. Стоп, что? Он знает, что я не свой. Как он узнал, что я не свой? Интересно. Окей. Ну, смотрите, вот этот чувак, даже если я его порабощу, херово. Давайте попробуем сделать так, и потом спустя полчаса игры мы узнаем, что это было ошибкой, как это обычно бывает. Ну окей. Значит, так, минутку, если я возвращаюсь, что мне это дает? Ничего мне это не дает, потому что я никуда не могу. Окей, тогда мы летим убивать тех двух чуваков, по идее, правильно? Может, я не должен убивать их двух? Я же не знаю. По идее, ну смотрите, даже если я их не убью и потом буду контролировать, что я ими сделаю? Я никуда не могу пойти. Так нахрена они мне нужны? Окей, непонятно, как я сюда попаду в противном случае, ну то есть нахрена мне очищать эту локацию. Потому что Эйбом я не уверен, что я могу сюда попасть. Окей, это все, что я могу сделать. Справа некуда, давайте попробуем вниз. Меня даже не пускает вниз, ну окей. Я очистил все, что мог. Даже не знаю, что делать, сохраняться или нет. Наверное, сохраняться. Ну, то есть, скорее всего, сохраняться. Йоу. Воу, воу, воу. Черт, такой простор для деятельности. Могу ли я, у меня простой вопрос, могу ли я в случае чего ресетнуть всю эту, весь этот уровень? Потому что я не уверен. Ну давайте. Сохранимся, к чертовой матери. Ну это считается секретом. Значит, я могу сделать так. Нет, не могу. Блин, могу ли я попасть в этот колодец?
Во. Так, и куда дальше? Могу ли я вниз? Не могу. Но могу сюда. Зачем? Чтобы меня расстреляли? Фак! Окей, может быть так не надо? Видимо, так и надо, окей. Так, как стрелять? Могу ли я в дверь-то пойти? Я не могу пойти в дверь. То есть все, что я могу сделать с этим чуваком, это убить того чувака. Если я правильно понимаю. И в этом месте мой контроллер отсоединился. У меня что-то с проводом, парни. Твою мать. У меня что-то с проводом. Мне надо сидеть. Не двигайся. Окей. Значит, тут все, да? Теперь мы пойдем туда. Только не говори, что я вернуться не могу теперь. Я же могу вернуться? Могу, окей. Окей, 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 окей. Я могу вернуться. Я боюсь просто пропустить что-то, понимаете? Я боюсь что-то пропустить. Я боюсь закончить уровень раньше, чем я всех спас. Это очень реальная перспектива. Все такой абсолютно переходный. Ага. Окей, если тут только три этих чувака, и это все, то все замечательно. Как говорить с этим чуваком? Три? Нет. Блять. Я путаюсь, я очень путаюсь. Двоечка, окей. Окей, то есть все было нормально, то есть я ничего не пропустил, это просто такая опциональная была, опциональный квест. Хорошо. Отлично, я вернулся назад. Это меня радует. Осталось 9 мутаконцев. Постойте, я... Ничего не упускаю. Вроде нет. И вот я тут. Где тут-то, минуточку. Я могу вниз. Раз, два, три, четыре, пять. А с вами могу что-нибудь сделать? Брю. Что будет, если я нажму на кнопку? Они будут пить. Так вот, то есть это лютый бешеный хаб, что ли, для возвращения сюда неоднократно. X exit. Найдите мне X. На Xbox контроллере. Окей. Черт знает что, честно говоря. Возвращение во второй туннель. Я сейчас во втором туннеле. То есть это хаб, по-любому. Exit, no return, boiler access. Спасибо, что предупредили. Хорошо, значит, это выход, короче. Наверное. Хотя, если это... Окей, давайте нажмем на кнопку и посмотрим, что будет.
ничего не будет. Стоп, я... Они точно... Они не активны? Wait. Так, они вообще не в порядке. Чтобы их вылечить, нужно пройти какие-то там дополнительные квесты. Хорошо. Итак, видите, пятеро. Эти пятеро наверху. То есть, в принципе, в этом уровне больше никого нет. Значит, мне куда? Значит, мне туда? И тут больше ни черта нет? Ну, походу, да. Пико. Ту пико депот. Ну, давай. Nope. Значит, мне наверх, наверное. Но там написано no return. Как же так? Это в начало уровня. Fuck. Блин, ну подождите, окей. Может, я что-то пропустил все-таки? Нет, я ничего не пропустил, потому что их там пятеро, они сидят, и я их вижу. Тут больше ни черта нету. Значит, мне в тот колодец, где No Return. Ну, почему-то написано No Return. Если я в любом случае... Стоп! Они меня не слышат. Стоп, вот же, подождите. Значит, наверное, те не считаются. Те не считаются работниками. Вот это 5 работников. Как же мне туда попасть? Туда они не побегут. О! То есть только самый ближний побежал. Остальные слишком далеко, они не слышат. Как мне попасть туда? Мне туда надо. Необходимо жизненно. Еще раз. Вниз смысла идти нет, я правильно понимаю? Этот колодец направит меня налево. Там будет мини-квест. И все. Как мне попасть на задний план? Я был, тут ни хрена нету. Уже. И тут я был. И вот я тут. Окей. Может, я пока туда не могу попасть? Справа тупик, да. Справа, ну не тупик, справа я уже все. Изучил. Пятеро больных чуваков. Когда я их починю, они смогут мне покрутить все вот эти вот вентили вместе со мной синхронно. Сюда я пока не могу. Уже ничего. Ну
Ну, типа, у меня вариантов больше нет. Мне нужно в тот вот невозвращаемый колодец в один конец. Потому что других, ну, то есть реально, мне больше нечего делать. Не знаю. Так, пса, могу ли я ее охмурить? Не могу. Стоп. Это куда меня привели? О, интересно, может он меня слопать, когда я вылетаю из колодца? Окей. Так, минуточку, он упал вниз, и он там теперь тусил. А, их тут двое теперь. Интересно, это плохо, ну что он упал сюда? Как они меня заметили? Я же на цыпочках. Так, могли сказать, что они сейчас опять вниз уйдут. Вот, что, и детеныши? Первая часть такого не было. Детеныши не падают. Разбегу. Детеныши не падают. Окей. А, они все-таки упали. Окей. Господи, что за репетативная история? Что это значит? О, тут я жму F5. И не обламываюсь. No. Окей, идея понятна. Интересно, меня мелкие тоже с одного раза съедят? С одного куся. Эх, молодежь. Крутим. Наверх я не могу. То есть это такой просто полоса испытаний без мудаконцев. Туннель номер 3. To get a rock from the... Ну, это я понимаю, да. Так, теперь я не знаю, как их кидать. To be honest. Стоп, что? Ага, это разные... самые траектории. Дайте мне еще камней. Да? Не дают камней. Пак. Мне нужно все выкинуть. Все, дайте камней. Отлично. Let's go. То есть это такой туториал. It is possible to throw while crouching. Окей. Что это за... Так, мне нужно нажать все очки.
Все два. Но что будет, если я пойду вперед? 7 чуваков тут в наличии. Так. Работаем. 7. А, так тут тупик оказался. Окей. 7. Нужно запомнить. 7. Но я опять куда-то телепортируюсь, черт знает куда. Индустриальный как у вас. Не рассчитал. Кончились. Классный звук подбирания предметов в этой игре. Он такой чу. Почему у них нету цепной реакции? Они же стоят друг рядом с другом. Так, что происходит? Могу ли я взорвать эту штуку? Не могу. Да блять! Слишком радиус, я считаю. И мы идем за камнями. Ну, вы извините меня, парни, но я нажму F5. Это сурово. Что это значит? Непонятно. Бак? Причем в первый раз не остановился. Окей. От добра добра не ищут. Так, мне все-таки хочется понять, вот эти 7 мудаконцев, это все еще та же эра или уже не та же? Так. Работаем. Куда пойдем? Пойдем наверх.
Я вас понял, я вас понял. В первой части, когда он делал вот это вот разведение руками, он говорил I don't know. А тут, значит, ничего не говорит. Окей. Ну, вроде, we're in business. Но опять, меня волнуют эти семь мудаконцев. Blind Mudokon Zone. Так, blind mudakons keep walking until you tell them to wait. Tell them to wait by pressing 3. Wait. Окей, ну, пока я так понимаю, я с ним ничего не могу сделать, потому что... Или могу? Могу. Теперь. Стоп, зачем фаллоу? Все уже. То есть он промахнулся мимо... Лоу. Он промахнулся мимо портала, потому что он слепой. Это же мило. Господи, это мило. Так, это что? Это куда? Это вниз. Он один из тех семерых, интересно мне знать. Так, еще один слепой. Как тебя остановить? Я не понимаю принцип, по которому это работает. Почему-то не с первого раза все. О, бой. Блин. Welp. Кажется, я понял. Кажется, я понял принцип. Они должны доехать до конца своего пути, чтобы остановиться. То есть я жму один раз и просто жду, пока они доедут. Во. Сейчас он остановится. Да, отлично. Отлично. Я не дурак. И если вы думаете, что я дурак, вы глубоко ошибаетесь. Отлично. Employees this tunnel, one. То есть те семеро были не тут. Козлят. Реально, черт ногу сломит. Я понятия не имею, как мне вернуться к тем семерым. Вообще. Очень сложный прикол. Бро. Окей. Окей. Он даже не умеет бегать. Он просто идет направо. Интересно. То есть он идет на мой голос, я так понимаю. Если мой голос был справа, то он туда и пойдет. А этот уже попал в портал с первого раза. То есть тот, видимо, был скриптовый момент, что он всегда промахивается, потому что он слепой. Это очень мило. Ну окей. В этом туннеле мы освободили всех мудаконцев. Всего одного. О май. У меня есть кирпичи? Нет у меня кирпичей.
И у меня отвалился джойстик. Да что ты будешь делать, ну? Окей. 11 employees ты станул. Могу ли я вниз? Нет, кажется. Так, чтобы разминировать мину, очевидно, мне нужен кирпич. Потому что заставить его перепрыгнуть через мину я вряд ли смогу. Так, стоп, только не беги. Окей. Окей. Вот мои кирпичи. Ха. Так, я, конечно, не уверен, но... Сука. Follow me. Okay. Work. Опа, я гений. Я просто гений. Так. Я не понял. Я не понял, а где кирпич? Я не понял. Прикола. Где мой кирпич? У меня есть 3 кирпича, что? Откуда мне... Или я их... Окей. Давайте не будем об этом думать. Давайте просто используем эти 3 кирпича по назначению. Я надеюсь, он не взорвется. Давайте его отведем. Я что-то не уверен в нем. Все. Тут и сиди. Теперь иди за мной. Так. Теперь мы сделаем небольшую паузу. Небольшую паузу сделаем мы. Небольшую паузу сделаем мы. А именно так. Именно так. Окей, едем дальше. С большим уважением. Так. Есть ли у меня камни? Да. Фак. Окей. Теперь мне дадут камней? Вот в чем вопрос. Дадут. Сколько дадут? 9 камней. Отлично. Нет, нет, сядь. Теперь ты, друг мой, иди сюда. Окей. Okay. Стоп, стоп! А птички больше не вернутся? А, не, минутку. Птички нужны, чтобы поднять. Идиот этот пошел добро. Лево, верни, придурок. Так.
Иди сюда. Короче, все нормально. Эти птички были нужны, чтобы поднять лифт. То есть я бы его в любом случае не отправил в этих птичек, пока тут нет лифта. Так что все нормально. Все идет по плану. Справа у нас больше ничего нет. Значит, нам вниз. Да? Да, нам вниз. 10 employees. И у меня опять умер геймпад. Это начинает быть утомительным. Мне нужен новый провод. Я использую провод от дешевого геймпада за, не помню, за 500 рублей. И это тупо. Ну, работать ты будешь или нет? Так. Все отлично. Да? Да? Сука! Ты издеваешься надо мной? Ну же! Хорошо, 9. И опять меня несет черт знает куда. Я не понимаю, как это работает. В той же локации нахожусь или нет, непонятно. Я вижу, что сверху что-то сыпется. Как это понимать? Так, ну, ребят, это серьезный бизнес. Фак. Хитбоксы вы мои хитбоксы. Я сейчас мы осторожненько. Все это сделаем. Да ё-моё. Нелегко, непросто. Сокращаем, парни, сокращаем. Спидранник пошел. Импровизационный. На ёбан. Подальше нужно. Нужно подальше. Еще чуть подальше. Ура! Победа! О май! 9. То есть мы продолжаем ту же локацию. Видите, нечеткое деление между локациями. Понятно, когда ты все еще находишься в предыдущей, а когда ты находишься в следующей. Вниз нельзя. I would guess. Подозрительно тихо. Мне прям сунем надо. Only a fool or a murderer would pull this lever. Ага, этот левер включит пилу наверху. И этим двум чувакам конец.
Но я ведь могу их отсюда просто позвать на налево, направо. Wait. Нет, не wait. Follow me. Okay, okay. Wait, wait. Стойте, стойте. Okay, okay. Погодите. Тут больше ничего нет. Тут тоже ничего нет. Короче, мне нужно оперировать лифтами, очевидно. А зачем все-таки вот это нажимать? Это надо нажимать? А, оно, я понял. Только этот лифт? Да. Что это сделает? Я не понимаю, что это сделает, но очевидно, что что-то плохое. Мне надо этого чувака отсюда вывести. Нет. Так мы поступать не будем. Ну? Он тупой. Блин, то есть мне нужно все это сделать до того, как он вернется. Но это же проблема. Он же не сядет. То есть я его отведу, но он не сядет. Нет, нет. Окей, это не дело вообще. Джойстик есть. Окей, мой джойстик. Окей. Может, если я его припугну, он убежит? Да, смотрите, он не реагирует. Стой! Стоп. Все спокойно, все стабильно, мы никого не стреляем. Вроде да, отлично. Все стабильно. Теперь иди сюда. А ты-то чё ржёшь? Ты же слепой. Я слышал еще один голос Слига. Где же он есть? На следующем экране? Нет. Но я слышу голос. What? Значит, кто-то где-то есть. Так, минутку. Этого чувака я могу взять с собой наверх. Окей, вниз, вниз нельзя. Так. Бро. Так, ну какая-то что? Окей, я не знаю, что я делаю, но я возвращаю этого чувака наверх. Очевидно, это правильный путь. Так, птички есть? Птичек нет, ну окей. Бро. Все, мы всех собрали в одном месте. Теперь идем в тот колодец. Окей.
Очевидно, внизу будут птички. Я их сейчас отвезу на том лифте к птичкам. Это сложно организовать все. А, нет, минуточку. Я мудак. Неважно, давайте. Что наверху? Ха! Возможно, мне этих сверху нужно сюда же привести. Возможно. Давайте попробуем. Не, ну слушайте, мне в любом случае нужно отключить эти штуки, потому что эти чуваки слишком медленные, чтобы пройти сквозь них. По-любому, это не вариант. Так, и зачем? Непонятно, подождите. У нас есть дергалка. А, окей, это удобно. Теперь, значит... Стоп, а это? Стоп. Я правильно понимаю, что даже те, которые внизу застыли, они не активны больше? Потому что я сквозь них прохожу. Окей, но все равно. Мне нужно отключить эту. Ее отключить, очевидно, вот этой, которая справа. Как мне попасть направо? Серьезно, как мне попасть наверх направо? Тут я уже был. Куда я пришел? Вот я вижу, что что-то там у них самое. Видите? Сыпется. Зачем оно сыпется? Что это значит? Обычно, когда сыпется, можно наверх. Почему тут сыпется? Там... Символизм. И тут сыпется. Видимо, это просто так. И все-таки можно вниз. Нет, вниз нельзя. Слушайте, я не понимаю. Я не понимаю, как попасть на тот... На ту висюльку. Во-первых, птицы возвращаются или нет? Такой вопрос. Окей, птицы возвращаются, это хорошо. Парни. Так. Thank you.
Я же все понимаю, но этого я не понимаю. Я в тупике. Я не то, что не знаю даже... Я не только не знаю, как их спасти, но я даже не знаю, куда мне идти. Ну, то есть, как выйти с уровня. Значит, это этот экран. Этот экран. Экран на один левее. То есть на следующем экране можно подняться наверх. На следующем экране направо можно подняться наверх, как мы видели только что. Где же там это есть? Тут вот можно подняться наверх. Где? Что за ложь? Окей, у меня есть дебильная идея, но она реально дебильная. Это не совсем то, что я хотел. Не совсем. Да нет, это дурь. Это дурь. Я думаю, что можно, может быть, прокатиться налево, видите, и там куда-нибудь попаду, но нет, там нет ни черта, это видно. Привет, птица. Что-то странное в этой игре происходит. Дать нельзя. Наверх нельзя. Ой. Окей. Я не понимаю. Ну, слушайте, я ничего не понимаю. Тут никак никуда ничего. Наверху нифига нет. Вниз нельзя. Я был в этом колодце? Да, я был в этом колодце. Не, ну, так-то, в принципе, конечно. Колодец ведет наверх. Эта штука включает рубильник. Можно пойти в... Бля, может их реально пока нельзя? Это же долбанное метро 2, нет? Тут можно в какой-то момент прийти с другой стороны. Может быть, их пока нельзя спасти? А я ломаю голову, сижу. Может быть такое? Наверное. Ну слушайте, если других вариантов нет, то у меня нет выбора, кроме как валить отсюда. Потому что я не понимаю. Thank you.
дверь за мной зловеще закрылась. И вернусь ли я туда, черт его знает. Это тупо. Оу. Аларм stand still. Так, вернем. Интересно, почему оно влияет на него? Они же так и заодно. И что мне подало? Ничего мне не дало. В любом случае нужно вниз. Well. В спину. Подло. Не, ну это тупо, мне просто вниз. Просто тупо вниз. Банально. Не, погодите. Все-таки могу ли я незамеченно пройти? Если могу, то зачем? Могу. Зачем? Что мне дало? Ну, видимо, это просто такой туториал, и неважно, как ты его пройдешь. Так, мне все нужно разминировать или мне не все нужно разминировать? Ну, как минимум, эту мне точно нужно разминировать. Тын-тун-тун-тын-тун-тын. Оу, щит. Так, окей. А ты, бро, не хочешь ли умереть? Почти. Твою мать, мне не хватает типа миллисекунды. Бро, лис. А, тут тоже нету блокировщицы моего чанта, поэтому я могу его, возможно, тут захомутать. Что у нас слева? Слева у нас ничего, справа у нас одна мина. Подождите, может быть... Я не уверен, возможно, мне этого чувака нужно довести до этой дыры. Я не знаю, что это за дыра. И для этого мне нужно разминировать, очевидно, предварительно все мины. Но я не знаю. Как бы уже поздно. Уже я не могу его... Не убив его, я не могу освободиться от него. Так, стоп, что написано? To enter the tower, stand in front of it and press up. Ну, короче, если это была ошибка, я об этом очевидно узнаю. Вряд ли можно этим чуваком туда попасть. Стоп, а где? Оу, oh, what? What the fuck? Что это такое? Какое-то долбанное колесо. Подождите, там что-то писали, интересно. To exit the mine car, press control. To make the mine car drop from the ceiling, press control.
Я еще по потолку могу кататься. Что за ад? О, бой. Так, ну, если я упаду с потолка, то я раздавлю этих чуваков? Мне бы этого не хотелось. Скорее всего, я раздавлю этих чуваков. И скорее всего, мне нужно было раздавить того чувака. Блять, и уже поздно, да? Уже ничего не сделаешь. Уже я все просрал. Так, нет. Подождите. Я вернуться-то смогу или нет? Окей. Знаете что, давайте умрем. Если мой джойстик заработает, давайте умрем. Я очевидно что-то сделал не так в этой жизни. Вот. Да откуда же я начинаю? А, тут. Всего ничего. Немножко поаккуратнее. Самую малость. Поаккуратней. Я прошел это как-то проще. Я, по-моему, кастовал, и они все начали бегать и меня не замечать. Ну, в общем. Чем хороша эта игра, несмотря на то, что это вроде бы головоломка такая. Ну, головоломка — это всегда что-то, где строго одно решение, да, правильное. В этой игре есть некий диапазон для действий. Это хорошо. О, окей. Нет. Фак. Матеряться, сволочи. А, я понял, если я прыгну, то вроде как они меня услышат, да? Поэтому мне нужно на цыпочках. Бля, какие-то они хаотичные эти лазеры. Блять! Я теряюсь. Заплутал в двух лазерах. Так.
Знаете, в нашем саперном деле главное выдержка. Ну, поехали. Теперь... Так, стоп, стоп. Блин, мой джойстик, нет. А мой джойстик завис. Ёб твою мать. Опять все было зря. Все было зря. Ай. Дебилизм. Нужен другой провод для джойстика, потому что это не дело вообще. Издевательство надо мной. Опять не работает. Ну. Дайте я посмотрю, может, у меня есть другой провод. Нет, у меня нет другого провода, потому что этот джойстик формально беспроводной. Сидим, значит. Не работаем. Главное, чтобы теперь джойстик не завис опять. Так. Подождите. А наверх я могу? Не могу. Это может быть проблемой. Я не могу наверх. Как же быть? Сохранимся. Окей. А, нет, все нормально. Ну, то есть я спускаюсь и еду, и все нормально. Да. Так, парни, вон. Теперь я на колесо обратно. Поехали.
Так. Оставляем колесо, наверное, все-таки. От греха подальше. Как же быть? А, ну я знаю, как быть. Они не хотят, что делать? Подождите, я могу? Могу этого мудаконца? Вот. Нет, 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 нет. Жертвы недопустимы. Бро, я хочу, чтобы ты... Ух, блядь. Я хочу, чтобы ты пошел за мной. Это возможно? Причем довольно быстро пошел за мной. Быстрей, 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 быстрей. Бля, я же им сейчас. Я сейчас проежусь. Стой. Стой тут. Блять. Я понял. Я все понял. Так. Быстрей, 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 стой. Ну, давайте я... Подождите, он боится колеса или что? Он боится. Он боится колеса, я понял вас. Колесо ему показывать нельзя, пока оно не будет готово его задавить. Вот так вот. Впервые я промахнулся по мине. С другого экрана надо мной смеются. Давай, 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 стой. Все, теперь я выхожу из этого долбанного колеса. Я стою в тени, меня никто не видит, никто не слышит, никто не знает, что я тут. Мне нужно разминировать эту мину и отвести чувака налево. Придет ли тот чувак сейчас справа? Вот в чем вопрос.
Бро. Их тут двое. Быстрей, 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 быстрей. Стоп. Теперь я в колесо, вы стоите тут. Все? Вроде все. Никто не умер, все живы, все в порядке. Замечательно. Теперь. Бро. Только тот сейчас направо пойдет. А, не, все нормально. Кажется. Их трое тут? Да, отлично. Так. Залезаем в колесо. Осторожно, давайте, потому что он начинает стрелять по колесу. Мы это помним. Он этого не скрывает. Секретики. Пошли. Почему, сволочь? Он слепой, но он что, глухой? Не слышит, что все бегут? Полудурок. Осталось трое. Ну все, значит. Так, как-то... Опасно близко раздаются шаги. Не-не-не-не-не. Твою мать! Не, ну это недопустимо. Unacceptable. И что же делать? Он долго стоит? Может быть, пока он стоит, мне... Не совсем это, но, в общем, разминировать мину. И, видимо, приманить его налево и раздавить, и так далее. Да, да, приз, давай. Прекрасно. Мы решаем проблемы просто одну за другой. Стоп. А, все нормально. Ну вот и все, собственно. Собственно, все. Перфект. Перфекто.
Перфекто. Значит, осталось 20 чуваков, часть из которых я как бы оставил позади, как минимум 10, если помните. 5 больных и 5 на заднем плане. Что же делать? Возвращаться назад каким-то образом? Могу ли я вернуться назад? Я не знаю. Значит, тут 4. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Почему он встал? Его разбудил шум с переднего экрана, что ли? Или как это работает? Вот он опять встал. Кто его просил вставать? И ушел, окей. Я за ним. А, минутку, я же могу тут заниматься непотребством. Твою мать, я думал, он останется где-нибудь на середине экрана. Не успел. Теперь тут есть прикол, что можно стрелять вниз. Но это, сука, сложно. Я не очень понимаю, как это делается. Ха-ха! А я неплох. Так. Ну, тут никого. Это все, зачем мне нужен был этот чувак? Видимо, да. Га-га-га, могу ли я с ними говорить? Не могу. Окей. Значит, мы идем сюда. What? Я не рассчитывал попасть сюда. Так. Так, нет, 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 нет. Может, он меня не видит на таком расстоянии? Фа. Блять, что за что за сложная история? Пустить дверь, очевидно. Пустить стену. Сколько же вас тут ходит, да? Weaker's Lab Reports Soulstorm Brew Totally Safe. Don't think. Drink. Уиии! А вот тут я могу кастовать. Итак, массакр пошел. Массакр. Всех я завалил? Кого мог завалить? Ну дерни рычаг-то, ну. Ну вроде все. Что делает кнопка?
Непонятно. Но мне очевидно сюда. Я всех убил, я надеюсь. Я очень надеюсь, что я всех убил. Колесо. Колесо. Ну давай. Очень много новых элементов, конечно, в этой игре, по сравнению с первой частью. Прямо очень много новых элементов. Черт, ногу сломит немножко. Как мне попасть туда? Непонятно. Окей. Зачем мне сюда на колесе попадать? Сюда попадать на колесе. Ну окей, вроде горизонт свободен. Вы знаете, поскольку я всех освободил, то, в общем, мне плевать. Вроде бы я все уже, да, все сделал. Вроде бы. Вроде бы, да. Так. Это будет, пожалуй, последний уровень, который я пройду, потому что время позднее. Все равно никого нету. Как я понимаю, кроме мистера птицы, которого, наверное, тоже уже нет. Так. Бойлер Аксес. Ой. Стоп. Я путаюсь, подождите. Давай сначала наверх. Не. Гача. Развилки-развилочки. Куда бежать, непонятно. То есть тут делать нечего. Наверху... А, нет, наверх можно еще наверх. Ну, короче, давайте... Раз нас кидают вниз, очевидно, нам нужно вниз сначала. Пошли вниз. Так. И чё? А, то есть вниз мне пока рано. Очевидно, потому что делать тут особо нечего. Не. Короче. Это что ли то место, где падали собаки вниз? Это то место, то есть тут прямо реально метроидвания. Твою мать. Так, окей, тут есть рычаг, который включает какое-то электричество где-то. Где? Пойди пойми. Или выключает, наверное, вот это выключает. Или тут выключает. Короче, где-то оно что-то... Может быть, оно выключает все электричество везде.
сука, это будет сложно, вы знаете, крутить все эти крутилки, когда меня бомбят. Па. То есть мне нужно от него избавиться, очевидно, потому что я плохо понимаю. Как мне с ним воевать? Может, я должен супер быстрым быть, и тогда все наладится? Я должен найти экран без глушителей моего, моей медитации, чтобы его захомутать. Может, я могу... Нет, не могу. Везде глушилки медитации, я ничего не могу с ним сделать. В какой-то момент он у меня подорвался на своей же мини, конечно, это было круто, но, возможно, это был эксцесс, который не является intended тактикой. Где он сейчас, я что-то не понял. Реально, где он? Может, он подорвался? А, не, я, кажется, да, вот он. Интересно. Он, а шлять, вот, подождите, он отсюда сейчас летит вниз? Что если так, то как бы, ну, у меня много времени в запасе. А может, и немного. В общем, давайте попробуем это сделать. Нет! Ну и вот что мне делать с ним? Па! Куда он девается периодически? Па! Твою мать. Как быть-то в такой ситуации? Как жить в таком ужасе? Невозможно. Правильно, лети отсюда. Он направился наверх, я так понимаю, на самый верх. Давайте попробуем его догнать. Во! Минутку, мы разминулись, он меня не заметил, если я правильно понимаю. Значит, я могу без палева крутить крутилку. Могу ли я теперь тут вот тихо сесть, и чтобы он... Во. Но он меня заметит, когда будет возвращаться. Твою мать! Ну где он? Где он, реально? О, разминулись. Такая игра в кошки-мышки у нас. Я это уже накрутил, что ли? Вот тут, короче, есть место в тени. Я в тени? Да, я в тени, отлично. Стелс просто похлеще, чем линтерцели. Отлично. Крутим третью крутилку и... Что это? Что это значит? Что это значит? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не, как бы... Я окей с этим, если только я ничего тут не упускаю на этом уровне, если тут некого спасать, то окей, я могу жить с этим.
Так, дайте-ка я по стелсу тут посижу. Теперь давайте я подожду, пока он... Ага. В общем, я так понимаю, это все супер нелинейная история и... И я могу не переживать, если... Если что-то не сделаю сейчас, я могу сюда вернуться позже. Бежим! Душа. Душа. Это очень душевная игра. Все, значит. Я надеюсь, что мы туда еще вернемся и освободим оставшихся 20 мудаконов. Ну, теперь мы в джунглях. А значит, пора завязывать. Спасибо, что были с нами, если кто-то кроме меня тут был. Такие дела.